Всем большой привет! Сегодня я вам хочу показать еще одну игру с выводом. Сейчас узнаем, платит она или нет. Ну, когда мы заходим, нам сразу дают бонусы. После просмотра одной рекламы мы сразу попадаем уже на второй уровень. На первом уровне нужно было всего одну железяку убрать, на втором две. После этого, когда вы справляетесь с уровнем, вам начисляются деньги, игровая валюта. И, как всегда написано, либо вы можете увеличить это, посмотрев рекламу, или забрать то, что вам дали. Я обычно нажимаю «Двойная оплата» и после этого забираю деньги. Для того, чтобы вы не теряли много времени в этой игре, я вам покажу хитрости, которым я пришла сама, потратив свое время. Ну, как всегда, нажимаю «Двойная награда» и получаю денежки. Ну, думаю, наверное, уже я достаточно доклацала, потому что играю уже минут 10. Пытаюсь войти в кошелек, вывести деньги, как видите, в левом верхнем углу, но этой суммы недостаточно. Я почему-то подумала, что это 1 рубль и 53 копейки, но нет. Иногда, кстати, игра подвисает в плане того, что на нее сверху накладывается какая-то реклама других игр. Ну, ничего, бывает. Таким образом, я двигалась вперед, двигалась, но, ребята, удвоить можем только один раз, обратите внимание. Потом появляется кнопка «Получить», то есть вы удваиваете, один раз смотрите рекламу, и после этого проходите уровень 1 обязательно. Или иногда вот так высвечивает «Требовать», то есть не предлагают посмотреть рекламу, не знаю почему. Иногда просто предлагают сразу забрать деньги. Есть один секрет. Я сначала думала, почему не всегда получается собрать эти монеты. Если вы видите серебряные монеты и золотые вместе, то их нужно сначала соединить. Видите, я сейчас ошибку допустила. Я вот так открывала ключик, и они высыпались в чашу. Нет, нужно сначала соединить золотые и серебряные, хотя они больше на бетонные похожи, но не важно. И только потом высыпать их в чашу. Если вам какой-то уровень сложно пройти, вы никак не можете это сделать, то в правом нижнем углу есть подсказка. Но за все приходится платить, поэтому за подсказку нужно посмотреть рекламку. Ну, радует то, что здесь рекламы действительно недолгие по длительности. Это хорошо, но очень жаль, что один раз можно удвоить, а потом обязательно пройти еще один уровень. В принципе, разработчики молодцы, и на рекламе заработали, и в игру их тоже играют. Наверное, им это тоже как-то засчитывается, не знаю. Иногда кажется, ну как, вот смотрите, две бомбочки, кажется, ну как их убрать, если они высыпятся в чашу? А секрет знаете, каков был? Нужно сначала верхнюю соединить с нижней, открыть ключик, и они соединятся. А когда они соединятся, они лопнутся. Вот и весь секрет. Я к нему тоже несколько раз шла. Ну что ж, теперь у меня вроде достаточно денег, посмотрите. На самом деле я играла, наверное, дольше получаса, ну, с перерывами, конечно, но я думаю, ну неужели сейчас еще не 5 рублей? Но оказалось, что когда мы клацаем в этом кошельке вперед, оказалось, что выводить нужно не 5 рублей, точнее можно, а 1, потом 10, 20, 50 и даже 500. Ну, я не знаю насчет остальных выводов, 10, 20, 50, 500, если 1 рубль я так долго набивала, то на 10 рублей точно сил не хватит. Я вам уже показывала игры, в котором легко и быстро набить по 1 рублю, а здесь очень долго. Но так или иначе, хочется уже вывести, потому что проверить, выводит или нет. Ну, вдруг кому-то эта игра действительно сама по себе будет интересна, и заодно будут какие-то рублики зарабатывать. Но первый рубль действительно легко вывести, в плане того, что он приходит моментально. Сейчас я заполняю киви свой кошелечек. После этого не стала ничего ждать, решила зайти в киви и посмотреть, где же деньги. Ну, еще на моменте входа видим пополнение баланса на 1 рубль. Так что игра выводит, ну, может быть, интересная игра, но я в игры просто так не играю. А первый рубль набивать здесь достаточно долго, поэтому я играть в нее не буду, но, может быть, кому-то будет интересно. Но у меня на этом все, всем спасибо, всем пока.